Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады сегодня быть здесь вместе с вами. Группа «Neon Inchester» из Астаны, из Казахстана, приехала в Москву и привезла свой новый второй альбом, который называется «Где лежат мечты». Пытаешься вспомнить слова, придумать мотив, и где-то в далеки мира твой голос затихнет миг один, взгляд картины из витрины. Помолчи, шаги бесконечность, мираж, звуки дождя, вся жизнь играна, игра, все чувства на грани ждем. We'll be right back.
Спасибо.